Проктосан Нео усуває запалення і свербіж, полегшує біль та попереджує розвиток геморроїдальних вузлів. Проктосан Нео – три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Началось? Російські війська починають відступати з Херсона. За шквар года Путин убил ее мужа, она его любит. Но мой президент, Путин Владимир Владимирович, не даст меня в обиду. А еще россиянок загоняют в каменный век. Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. Это горячие новости, все самое важное в одном дайджесте. Поставьте лайк этому выпуску, мы создаем этот проект благодаря вашей поддержке. Готовят жест доброй воли, оккупанты решили перебрасывать свои войска на более выгодные позиции восточнее Днепра в Херсонской области. Пишут СМИ со ссылкой на Минобороны болот. Однако самое интересное, что уже в скором времени россияне дали заднюю. Сообщают, что заявление о перегруппировке исчезло с сайта Минобороны. Новость об этом удалили и кремлевские СМИ. Ошибочность сообщений и пустые разговоры подтвердил и Центр национального сопротивления, отметив, что отвод войск России с левого берега Херсонщины не зафиксирован. Специалисты подозревают, что такой вброс о выходе российских войск с оккупированных территорий Херсонщины был сделан с целью отвлечения сил обороны Украины. Что ж, бегство россиян с оккупированных территорий – только дело времени. Новости с фронта. Генштаб ВСУ информирует, оккупанты при поддержке авиации безуспешно штурмовали на Купинском, Шахтерском, Лиманском и Бахмутском направлении. Также бесполезно враг пытался наступать юго-восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и Северного Донецкой области. Наши бойцы, в свою очередь, продолжают штурм южнее Бахмута, наступление на Мелитопольском направлении и контрбатарейную борьбу на Херсонском. За сутки ВСУ ликвидировали 800 захватчиков. Фарион вляпалась в новый серьезный скандал, она подставила парня, отдала его прямо в лапы ФСБ, сообщают СМИ. После своего высказывания по русскому языку и невозможности его использования защитниками, украинский патриот с оккупированного Крыма написал на почту Фарион слова поддержки и пожелания победы Украине. Она без раздумий сделала скрин и опубликовала СМС в своем телеграм-канале, раскрыв имя, фамилию парня и город и место обучения. В комментариях экс-депутатку призвали скрыть данные патриота, чтобы его не нашла ФСБ. На что Ирина жестко ответила, что советы ей не нужны. И вообще, может вас комментаторы заблокировать? Результат парня задержали. Фарионов выставила это на своем канале. Тем самым я нахожусь теперь здесь, в центре по борьбе с экстремизмом. Я полностью осознаю свою вину, и со мной была проведена интеллигентная беседа, и я полностью отказываюсь от своих взглядов. Что ж, Ирина, крымский смэш поблагодарил вас за помощь. Сколько уже идет война, многие публичные люди не придерживаются элементарных мер безопасности. Германия удваивает военную помощь Украине на 2024 год. Такое решение приняло Министерство финансов страны. По сообщению издания Bild, сначала в военный бюджет на помощь Украине было заложено 4 миллиарда евро. Однако из-за того, что почти все средства уже направлены на обещанные проекты, на новые оставалось всего 120 миллионов евро. Поэтому министр обороны Борис Писториус попросил дополнительно 5 миллиардов евро. Бундестаг прислушался и добавил 4 миллиарда, так что военная помощь Украине от Германии на следующий год – 8 миллиардов евро. В Сочи продолжается жаркий сезон, теперь каждый отдыхающий может насладиться острыми ощущениями. Там прямо на пляже установили комплекс ПВО «Панцирь-С1», и все это совсем не для безопасности россиян, местные СМИ пишут. Неподалеку находится летняя резиденция тирана Путина в долине Бочаров-Ручей. Очевидно, так Россия пытается защитить владения царя от беспилотников, которые долетали сюда еще в прошлом месяце. Недаром Скобеева с коллегами работает непрерывно, россиян уже настолько запугали тем проклятым Западом, что они уже готовы жить в голоде и дерьме, чтобы НАТО к ним не ворвалось. Что вас волнует больше? Состояние вот наших дорог, состояние школ, больниц, муниципальных учреждений? Или же то, что к нашим границам все ближе и ближе подходит НАТО, подступает? Ага. Конечно, в первую очередь НАТО. Это самое страшное. Если НАТО, так нет, нет, не надо, не надо. Наверное, НАТО. Наверное, да. НАТО это да. Это уж мы как-то привыкли жить. Да нет, дороги нормальные в центре. Такие они всю жизнь у нас.
А для настоящего патриота в шапке России раздолбанные дороги – это романтика. Вас что больше беспокоит? В смысле? Да что вам? Нормально. Все хорошо, да, у вас? Романтика. Романтика, да? Да и вообще, что за вопросы у вас такие, дискредитирующие? А вот то, что НАТО, да никуда она не подступит. Куда против нас-то, России? К нам не подступят. Мы победим. Ага, вы уже победили. Здравый смысл. Казалось бы, в современном цивилизованном мире такого уже не может быть, но нет, еще существует Россия, где девушек призывают забросить образование и рожать по 10 детей, чтобы времени не терять и спасать страну. Система ценностей, она должна быть пересмотрена. Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые вот это получают высшее образование, которое оно потом, по сути, ну, ни к чему не приводит их. Этот поиск себя, он затягивается на долгие года, и в результате упускается вот эта детородная функция. А кому это нужно? Рожайте, бабы, Путину нужно мясо. И сразу в садик с военным уклоном, то есть в любой. Пример счастливой многодетной семьи, у них не будет сомнений, сколько иметь детей в семье. И это закладывается на уровне 5-6 лет. Если мы вернемся к своим корням, если мы вспомним опыт наших прародителей, и, соответственно, у нас получится восстановить. Все вернуть на прежние круги, и у нас пойдут коэффициенты демографической безопасности расти. Интересно, сколько детей родила эта премудрая женщина? Российские издания пишут, что воспитывает она всего 3. И карьеру сделала, ого-го, какую. А должна все оставить и еще 7 детей родить. Россиян все устраивает, маленькие зарплаты ничего. Нечего есть, потерпим, убили мужа нормально, все правильно. Я простая русская женщина, которая недавно стала вдовой. Меня легко обидеть. Но мой президент, Путин Владимир Владимирович, не даст меня в обиду. Он не даст в обиду нашу страну, могучую и великую. Твой президент единственное, кого не даст в обиду, так это свои имперские амбиции. Вы и ваши мужики обычный материал для достижения его целей. Пока Рашу наполняют такие путинские фанаты, ситуация будет оставаться скверной. Пока одни кричат, что Россия непобедима, другие запасаются льдом. Это не шутка, в Якутии семьям мобилизованных дарят лед. Лады закончились, шубы и пельмени тоже, теперь пошел лед. Ранее здесь помогали тем, у кого нет помощников, ветеранам. Сейчас в списке семьи военнослужащих. Лед – это семьи остались здесь, ребята, которые уехали в Украину. В конце осени якуты ежегодно проводят такую процедуру, запасаются льдом на весь год, его используют как питьевую воду. Передовая страна, ничего не скажешь. А вы уверены, что знаете, как выглядит трикотаж? Наши защитники имеют свою трактовку названия этой ткани. Прошу, передал тебе классный спальник, дуже классная тканина, тепло, трикотаж называется. И еще бы, тепло и в ноги, и на душе с такой-то компанией. Пушистики хорошо знают, где безопасно. На сегодня у нас все. Спасибо, что смотрите горячие новости. Поставьте лайк, это очень важно для нас. И поддерживайте ВСУ. Война продолжается.